Сразу два авиапроисшествия в небе над Красноярском. Накануне вечером якобы из-за трещины в лобовом стекле пассажирский Боинг авиакомпании «Россия» экстренно вернулся в наш аэропорт. Еще один борт из Москвы аварийно сел из-за пьяных выходок дебошира. В первом случае самолет авиакомпании «Россия» летел из Красноярска в киргизский город Ош, но вернулся из-за серьезной поломки. Изначально сообщалось, что пилоты заметили в кабине трещину на лобовом стекле, но позже появилась информация о другой поломке, но в чем именно дело не уточняется. Боингу пришлось кружить над Красноярском и вырабатывать топливо. В итоге самолет сел удачно. Еще одно ЧП закончилось оскорблениями и вызовом авиаполиции. Борт S7, летевший из Москвы в Благовещенск, вынужден был сесть в Красноярске. Мужчина перебрался алкоголем, кричал на попутчиков, толкал стюардесс и бил кулаком в стены. До приземления дебошира дважды связывали, а когда передавали полицейским, смельчак уже вел себя тихо и покорно. Рейс задержали на 2 часа.